Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Tabs. Теперь, после того, как мы закончили светлую сторону, перейдем на сторону Дарта Сидиуса, на темную сторону. И начнем проходить темную сказку. Да. Это лезвие убийц, они телепортируются. Или нет? Или это... Это, походу, вообще уникальный персонаж, их больше нигде нет в игре. Ну ладно. Тактика очень про... Если эти телепортируются... Зевс. 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 Да какой Зевс? Просто два метателя мечей и барды. Где барды? Я же забыл, где барды. Так, ставим пару бардов, все. Все. А. Все, все, ну-ка вот здесь. Это было слишком просто. А также щитовики. А эти, это вообще какие-то сверхлюди. Так. А, стой. О, у меня все, вообще все открыто. Так как мы проходим просто. Это самые читерские персонажи в игре. Сейчас вы все увидите. Делаем вот так и вот так. 6 подарков — это много, если повезет. Суть в том, что они бросают подарки, и из них вылезают. Них попадаются абсолютно случайные персонажи, как громко. 12%. Ой, поставлю-ка я на 7%. И как бы может повести. Сейчас я вам покажу самого сильного персонажа, который стоит. Они стоят 10 лямов, они могут заспавниться, и все, можно считать так. Ну вот. Пока мы играем не этой, как бы, сферой, то можно побросать подарки. Чё, прикольно. И персонажа выбирать не нужно. Даже обидно. Блин, даже не дают нормально подарки бросить. Минотавр. Сегун. Блин, да черной бороды немного не хватает. Столько всего, а выбрать нет возможности. Мама-то просто может быть.
включил заднюю. Сколько у мамонта, столько еще хп. Повезло. Так, значит, ставим где-то вот так, чтобы на подарки осталось. Я хочу бросить подарки очень. Вот, вот так. Ой. Ну не везет, пока не везет, да, бывает. Я вообще ухожу в минус, я должен уходить в... Ну пусть танк заспавнится, я не знаю, 3-4 Зевса. Какое-то невезение. Да, да. Испипи про. А, огонь! Я забыл про огонь. Просто испепелим, я устал. Где? Я вам сейчас устрою сверхразумы. До свидания. Аривидерчи. Сверхразумы. Где катапульта? Не, не катапульта. Поставлю-ка я обычных лучников. Все. Просто все. Так, кто это? Это супер урончик. А, значит, на любой супер урон. О, точно. Гарпунисты. Гарпунисты. Гарпунеры. А, крикун это не на этой локации. И то недолго здесь я использую.
два рождественских подарка. О! Король! Все. Две секунды. Уровень пройден. Ой. Это кто? Это кто такие? Это... просто терни какие-то заколдованные. Опять эти сверхразумы. Я вам показал, что я буду с ними делать. Где Барт? Стаймет. Он даже не падает, этот Барт. О! Посмотрим, смогут ли они просто сдуть. Да. Поражение. Ну, конечно, да. Опа, опа. Эти персонажи, они по умолчанию отходят назад, и еще много... Вот так, одного крикуна, вот так, второго крикуна. Так. 200, 200, 200. Он даже так не падает. А, два крикуна осталось. 4000. 4000. 4000. До свидания. Ладно. А, черная борода. А, по той же схеме, да. Мало не повезет. Ой. Эти заклинатели молнии очень крутые. Да ладно, лучше всех выиграть. Невозможно. Просто оставим 10 подарочников, это... А, все. Ё-моё. Вот так.
Только не в эту преисподнюю. Блин, он упал в преисподнюю. Так, делаем немного иначе, потому что открывается всего два. Так, где? Какой-то новогодний выпуск. Точно. Так, орлиный глаз. Вот так. Блин, да их так не сдуть. Очень жаль, там скала. Ой-ой-ой. Астронавт. Этой массовой атакой я лишаюсь всех 5000. Он очень мощный, если один на один, но если с такой. Так, стоп. Ставим одного Влада. Ну ладно. А, точно, огонь. Стоп.
Блин, какое поражение там. Я выиграл. А, да. Я поражение как победу прочитал. Так. Ну ладно. Ставим просто гарпунеров побольше и все. Я тоже прочитал просто. Так. Слишком близкая дистанция для Зевса. Ладно, дорогие друзья, я думаю, пока на этом достаточно. Слишком долго проходил предыдущий уровень. Ух. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрит мои ролики. Всем хорошего настроения и всем пока.